Уважаемый сотрудник полиции, скажите, пожалуйста, что вы несете в этих мешках? Вы обязаны представиться. Вы при исполнении. Вы должны сначала представить. Я разговариваю с сотрудником полиции. Это уже не первый раз происходит. Вот так вот. Вот. Если нечего скрывать, могли бы и ответить, что в мешках. Значит, есть что скрывать. О! Мешки, мешки, мешки. Бесконечные мешки. С сотрудниками полиции. Нет, они не кончаются и никогда не кончатся, да? Знаете, если бы все было нормально, наверное, сотрудник полиции, вот этот очень грубый, такой хамовитый, который попал в прямом эфире мне на видео.